в целом ощущение после первой ночи в кровати? Ты стал как разбитое корыто, тебе ничего не охота делать. Когда ты спаешь в машине, ты бодрячком, движуха, все быстро. Здесь ты вообще полное дно. Ну, в целом кайфанул, но заставить себя делать надо много усилий приложить. Так, сейчас позавтракаем и будем дальше двигать. Встречу приключениям. Погнали. 6 утра, на улице плюс 3. Зуб на зуб не попадает. Прохладно. Приехали в пустыню погреться. Все печалька. Настолько холодно, что от бассейна идет испарение. Можно еще сходить в сауну прогреться. Нормальный вариант. Но она закрыта. Такая вот красота, день с утра пораньше, рассвет, свежо. Позавтракали, вообще огонь. Ладно, мотель, ты был первый в моей жизни. Пора ехать дальше. Поехали. Не туда поехал. Еще одна забойная песенка. Танцуй! Мы ехали-ехали и наконец приехали. Сейчас будет первое впечатление от того, что мы увидим. И люди, это бомба! Он офигенен. Мне кажется, тут месяцами гулять можно, чтобы обойти. Ладно, искать надо пешие тропы, идти гулять. Это круто. А, где-то там далеко земля. Ощущение, что на уровне облаков находишься. Да. Хотя просто каньон уходит вниз. Не такая же большая высота здесь. Выходят первые лучи солнца, где-то божественно. Каньон по-другому играет. Надеюсь, сегодня получится хотя бы здесь на дрончике чуть пролететь, снять. Запретов вроде пока не видел. Надо будет уйти куда-нибудь подальше. И там можно будет полетать. Он офигенен.
так красиво здесь. Я так рада, что нам повезло с погодой, что мы остались и сюда сегодня с утра. Даже если мы пропустим сегодня Лос-Анджелес, фу, Лас-Вегас, да. Это не страшно. Реально, то можно вернуться и походить там днем. Ну, пожалуйста, отвернись. Кто-то снимать-то будет. Рюкзак у меня. Домой она хочет. Застрахуй. Здесь безумно клево. Блять. Побрывчик. Мальчик, ты бесишь меня вот эти. Отвернись. Мне надо снимать сразу. Кажется, меня скоро застрелят. Я хочу туда. Я нашел тропу. Блин, люди здесь офигенно. Как же это круто. Эй! Жарко стало. Настолько тут офигенно. Да. Все, снимай. Сам себе режиссер. Давай. Здесь камеры не так страшно смотреть, да? Да. Ну как тебе? Я не могу передать это, но мне жарко стало от того, что я бегаю, или от того, что мне страшно. Тебе не страшно, ты все врешь. Может быть, не страшно. Вот мне страшно, а тебе нет, ты меня пугаешь. Я тебя пугаю? Окей. Ну тут кайф побегать. Ну, на полчаса наши. На полчаса наши дороги разошлись. Попытаюсь найти место, где взлететь вдали от всех. Учиться какую-нибудь глухомань и улететь вдаль поснимать. Это должно быть реально круто.
Не знаю, что из этого получится. Пойдем смотреть. Забрался в такую глухомань. Тут нормально не взлетишь, но все равно народу много ходит. Вопросы будут задавать. Че, зачем, как? Оно нам надо. Поэтому мы там есть просто наслаждаемся. Есть такая козья тропа. Ощущение, как вот раньше лазил в лагере, там с детьми по горам бегал. Было круто. Так и тут дорвался. Горный сайгак до гор. И реально я вот 3 года я по горам не бегал. Летом так вот. В Москве гор нет. Зато здесь одно удовольствие. Бегать вот по скалам вот этим. Сейчас, наверное, будет вон туда наверх закарабкаться. Наверху там люди ходят. В целом здесь очень крутая энергетика во всем. Здесь реальное удовольствие. С погодой нам сегодня вообще повезло. Легкие тучки. Не так жарко, но сейчас еще только 9 утра. Возможно, будет жарче. Вчера был адский дождь, холодно. В общем, печалька была. Зато сегодня кайф. Утром было тяжело встать. Того, что поспал в кровати. Это пипец. Такая разбитая корыта. Просто нечто. Ну ладно, зато здесь кайф. Возможно, сегодня в Вегас туда не поедем уже. Зависнем на целый день здесь. Потому что ехать далеко. До Вегаса отсюда 4 часа пилить. И потом от Вегаса до LA еще 4. Это реально долго. Все-таки выходные надо вернуться в город. Ладно, пойдем побегаем еще. Гоу. Блин, одной рукой неудобно карабкаться. Короче, сори, но мне нужно бежать. От горы я, конечно, оказывается, отвык. Легкая пробежка, перепад высоты. У меня отдышка, как у курильщика. В общем, состояние тела огонь. А вот дыхалка вообще умирает. Фу. Хоть легкий выплевывай. Не знаю, надо бегать. Побольше. Или бы здесь. Ладно, надо пойти Маринку найти. Время истекает. Ай. Да. Но виды просто огонь. Бегаю, как олень маленький. И тащусь от этого. Каждый должен побывать здесь. Я видел это на фотках 1 000 000 раз. Говорили, что Чирын похож на это. Ну, сори, ребят. Чирын — это вообще другая тема. Это такой вот маленький кусочек каньона. Гранд каньон, ты великолепен. Желаю каждому побывать здесь, лично посмотреть это. Моя камера не передаст все ощущения, которые я здесь испытываю. Это реально круто. Ох. Погнали дальше. Я раскрыл, в чем секрет. Вчера переел. Пиццу целую сожрал, еще что-нибудь фигню какую-то. Сегодня завтрак был плотненький. На халяву. И плотно обожрался. Теперь нужно бегать. Вытрясать свой завтрак. Ладно, на контрольной точке еще 2 минуты. Бежали. Все. Кипончик. Норм. Кипоном намного легче. Селфи-дрен и крышку взял. С Маринку найти. О, еще вот так вот можно оленей встретить. Просто ходят по лесу. Круто. Неожиданная встреча с оленями. Да, опаздываешь на встречу и пытаешься догнать. Фу. А? Камни 1 000 000 лет. 1180 миллионов лет. Офигеть.
такой пласт. Очередная смотровая площадка. Метро! Это просто огонь. Сори, у меня словарный запас кончился описать это все. Огромный каньон уходит вдаль. Прогуляться вон туда. Не знаю, правда, найду траву туда или нет. В целом, я бы там посмотрел, что. Должно быть клево. А, эти козьи тропы. Это офигенно. Вид просто космос. Мало кто сюда ходит. Там, где вдалеке река. Капец, это далеко. Ноги дрожат тут находиться. Ладно, надо бежать назад. Все, ладно, погнали. Таким тропом здесь будем сейчас сходить. Прорубили все вручную, но уходят достаточно далеко. Посмотрим по своим силам, насколько нам их хватит, куда мы сможем зайти. You got everything. I'm almost done. You're almost there? Yeah. I'm gonna keep going. Keep going. At least like a half hour. I'll see you up there. I'm gonna go straight to the bar and drink. What's the bar? I don't know which one is it. In the hotel over here? Is it the one in the lodge? Yeah. It's right here. Strongbow. Yeah, see you there. We can beer together. Да, по вон там вот проходит. Такие бесконечные тропы. Все время куда-то идешь. Скалы как будто вручную изрезаны. Конечно, нас сейчас накроет сверху дождиком чуть-чуть.
Или не накроет. Как повезет. Кто знает. Ладно, пока идем вперед. И вообще такой кайф ходить здесь. Большинство просто приезжает наверх посмотреть. И на этом вся история заканчивается. Мы пошли на хайкинг. Все идут вверх, мы идем вниз. И кажется, наши жопы промокнут. Прям совсем как тучка висит над нами. Капает мелкий дождь. Но мы пока идем. Русло туриста не отступает. Переждать это бесполезно. Эта туча зависла над нами и капец будет долго висеть. Надо топать. Надо было брать дождевик. Положил дождевик в машину, а с собой не взял. Да, вот так вот уже. Дымки. И дождик фигачит. Вообще крутяк. Пошел маленький град. Засыпает. Тропы превращаются в месиво. Но идти надо. Ждать бесполезно. Кожан холодный. Это пипец. Реки просто бегут. Ну, как заядлый чайник. Похода. Нифига с собой нет. Дождевичка. Ни чехольчика. Даже кроссы. Только по Бродвее ходить. Иди так, свой кайф. Наслаждаешься процессом. Под дождем. Сверху капает. Люди прячутся. Нам еще топать и топать, конечно. Это капец. Моська у меня 100 пудов уставшая. Мы не сдаемся. Идем нам стопом. Ринка вообще кремень убежала куда-то. Я такой тихо ходящий, иду не спеша. Крутя головой. Сейчас идет дождь, а ущелье совсем по-другому выглядит. Это просто. У меня выпрыгивает сердце от того, что иду постоянно. По факту, вот первая остановка за полчаса. Отдышаться вообще. Но это кайф. Непередаваемый. Сверху мокро, изнутри ты весь потеешь. Надо постоянно заниматься хайкингом. Прогулки, прогулки. Ты реально стал ленивой жопой. Обленился. Нужно, короче, больше движухи, чтобы вот так вот бегать. Но в целом, если приехать сюда так на пару дней, то нормально, можно прогуляться в долину, там посмотреть. Я думаю, остаться с палаткой. Ну, это up to you, если сильно хочется. Но здесь очень много живности, всяко бегает. Лично видел оленя. Неожиданная встреча была.
белки толпами. Змеи, койоты лазят. Индейцев можно встретить. Которому, кстати, моя территория. Хорошо, если скайп не снимут. В общем, приключение такое, соу-соу. Но оно того стоит. Просто пройтись хотя бы в рамках того дня. Посмотреть на это все прекрасное. Вы никогда не забудете этот прекрасный вид. Настолько он крут. Просто офигенно. Жалко, что на дроне не полетал. Картинка была вообще бы огонь. Но думаю, придется вернуться сюда еще разок, чтобы заснять. Если что-то хотите снять здесь с дрона, то надо рано утром. Часиков 6, так уже быть тут. Тогда никого вокруг не будут, не будут задавать вопросы. Почему-то как. В целом мы коряво поступили, потому что поздно выехали вчера. Ехать реально часов 9, как до Питера с Москвы махнуть, даже дальше. Надо было уезжать сразу вечером, по очереди спать, просто ехать. Там бы к утру бы были здесь, гуляли бы целый день. Правда, вчера погода тоже была говняшка. Зато сегодня был огонь, солнышко. Радовало прям нас. Ну а сейчас дождик поливает. Куда от него не деться. Видно солнышко. В общем, все. Финал. Уже асфальт. Сейчас найдем Маринку, где она прячется. От дождичка в четверг. Точнее, в пятницу. Что можно так лучше погреться? Тут маленького коренча. Пипец обогнался. Радище такое. На улице плюс 7. Адски холодно. Мы насквозь мокрые. Поливает. Сейчас надо переодеться сухое. Не хотелось бы заболеть. Но, блин. Оно того все равно стоило. Я вспотел. Промок. Насквозь. Зуб на зуб не попадает. Но я довольный. Довольный тем, что у меня есть. Довольным видом. People дождевика гоняет. Там все затянуто. Реально. Колорадо весь затянуло. Гранд Каньон. Какое Колорадо? Это Гранд Каньон. Даже сейчас. Он офигенный. Ладно, гол переодеваться. Наверное, будем уже выдвигаться в LA. Делать больше уже нечего реально. По дороге может где-нибудь еще покушать. Типа вчерашней забегаловки. 100% американо. Будет круто. Ну ладно, погнали. По ощущениям и по запаху, тут реально дома в Алма-Ате ты гуляешь там по горам. Пахнет хвоей. Клево. Люди на тропах улыбаются. Здороваются. Это тоже очень приятно, когда ты идешь по горе. Или такой бесил тебе. На встречу чувак такой. Хай! Hello. Это реально клево. Ну, наслаждаешься процессом. Где-то вдали виднеется солнышко. Может быть, все пройдет. Но, сори, это уже не в нашей истории. Одеть сухое в теплой машине — это такой кайф. Просто непередаваемый. Я начинаю потихоньку согреваться, печка фигачит на всю. В общем, долгий путь домой. Надеюсь, в LA будет потеплее. Я еще, правда, в этом не уверен. Будет ли там тепло вообще, в принципе. Потому что там тоже погода какашка. Но, блин, это далеко.
все разное. Приедем, узнаем. Приедем, наверное, поздно. Ладно, погнали. Неожиданно забрели на трассу 66, знаменитую в Америке. Весь город расписан вот просто об этом. Road 66. Сейчас немножко прокатимся по городу. Погода, правда, блин, дождь идет дурацкий. Льет постоянно. А поезда... Вообще, ладно, тут больше ничего нет. Сейчас по городу прокатимся. Вот так вот выглядит город. Пропилили почти 2,5 часа, еще ехать и ехать, надо заправиться, такая чудесная заправочка, 3,29 бензин стоит, 87-й, в целом еще не разобрался, как сказать, полный бак, примерно на глаз определяю, сколько не влезет бензина, и практически всегда угадываю, как-то так вот. Ладно, сходить себя заправить еще чем-нибудь. Погнали. Там вдали идет дождь с солнцем. Не знаю, на как его сейчас видно. Но вид просто завораживает. Это просто огонь. Мы наконец-то добрались до дома, закинул Маринку, теперь можно поехать в холодный любимый душек на океане и потом отдыхать. В целом я кайфанул от местных дорог, от хайвеев. Ты выехал, нифига, че там 70 миль, там больше сотни. Превышать можно до 10 миль, тебе никто ничего не скажет. Кайфанул вечером от хайвея, когда у тебя фигачишь и все круто. Ты наслаждаешься этим процессом. Здесь реально огромная страна. Сегодня мы наковыряли там 1400 или 1300 миль. Это дофига. Больше 2000 километров за 2 дня мы наколесили. Говорится, Москва валит на майские в Питер. Мы свалили в Гранд Каньон. Это было бомбически крутое приключение на пару дней. Получили столько эмоций в этом месте за 2 дня. Вообще нереально. Дорога, да, дальняя, тяжело, но по местным это норм. Ладно, кайфанули, это хорошо. В Цивике появилась проблема о том, что у меня сдох прикуриватель, теперь негде заряжать. Есть кейс поехать к хозяину, на тысячу день потерять, либо поехать на сервис, куча денег стоит, стоить добро будет. Поэтому будем чинить на коленке. Думаю, это уже будет завтра, другой истории. Цивик психанул, на заправку приехал, поднимает дворники, ну там стекла, как обычно, помой, дворник отвалился, такой, ну Цивик, ну ты чё? Вставил, оказывается, просто крепление отошло. Ладно, Цивик молодец, пробежал сегодня много, кремень. В целом, уже почти 3000 миль, за 3 недели я на нем наколесил, дальше больше. Ладно. Будем отдыхать. До новых встреч, а я спать.